Волгоградский институт бизнеса проводит цикл деловых игр для учащихся старших классов общеобразовательных школ в рамках проекта «Мозаика профессий». Причем сами игры, их сценарии разработаны специалистами вуза совместно с профильными судебными структурами Волгограда. А главными действующими лицами становятся сами ребята, которым в скором времени придется столкнуться с выбором профессии. Сегодня школьники примут участие в деловой игре по теме «Судебное рассмотрение дел о определении места жительства несовершеннолетнего ребенка». Хотелось бы отметить, что самой популярной интерактивной формой обучения на кафедре гражданского арбитражного процесса является именно проведение деловых игр, то есть имитация процесса. И в данном случае преподаватели кафедры, то есть профессорско-преподавательский состав, используют именно данный зал судебного заседания, что позволяет студентам юридического факультета применить знания в практической деятельности вот в таких условиях, которые приближают их к практической деятельности. Перед началом деловой игры его участники получили необходимые вводные установки, посмотрели короткий фильм о важности профессии юриста, распределили роли между собой и уже потом отправились в зал судебных заседаний при юридическом факультете Волгоградского института бизнеса. Несложно было заметить, что во время самой игры на лицах ребят не было ничего, кроме серьезности, сосредоточенности и осознания происходящего, пусть и игрового, но все же судебного процесса. А сама форма проведения мероприятия стала для них неожиданной. Я думала, что мы придем, послушаем лекцию, ну, как всегда, но это очень интересно. Спасибо, это прям замечательно. Вот для меня это было неожиданностью. Самим же ребятам, кроме того, что было интересно, еще и полезно, как молодым людям, которым очень скоро придется стоять перед серьезным выбором профессии. Для этого и организован проект «Мозаика профессий», в рамках которого самое активное участие принимает Волгоградский институт бизнеса, который помогает школьникам определиться в выборе специальности. Я считаю, что данная форма игры поможет людям, нам, выбрать ту специальность, по которой мы должны учиться в будущем. Я оказалась в той атмосфере судебной, когда как на самом деле происходят суды. И так я смотрю только по телевизорам, по НТВ, а это я действительно ощущала те самые впечатления, только уже как на примере таком, в данной игре. Вы кем хотите стать в будущем? Юристом. Вот эта игра помогла вам утвердиться в мысли, что ваше призвание... Конечно же, помогла. Помогла еще более удостовериться, что я выбрала ту профессию, которая действительно мне нужна будет в будущем. Для сегодняшней молодежи, которая стоит на пороге выбора профессии, это будет, наверное, решающий шаг, потому что они смогут понять, каково это для них, и они смогут действительно выбрать ту профессию, которая им подходит. То есть практика, безусловно, важна, и такая игра, думаю, многим понравится. Судебное заседание ребята отыграли на одном дыхании, кроме всего прочего, проявив самые незаурядные актерские качества. Завершением мероприятия стало общение школьников со студентами и преподавателями юридической кафедры Института бизнеса, в ходе которого ребята задавали вопросы на предмет возможного поступления в вуз именно на профессию юриста. А это, пожалуй, показатель того, что главная цель таких проектов с успехом достигается.